Всех приветствую на канале Блокчейн. Сегодня у меня будет обзор ICO проекта Aigon. Давайте его разберем. Быстрый рост данных и необходимость хранения их более безопасно и продолжительное время требует от организации немалых усилий, потому что хранение чужих данных – это непростое дело. С появлением интернета мы можем хранить все наши данные в интернете на веб-сервисах, которые предоставляют свои дата-центры. Эти хранилища за пределами площадки, предоставленные хранить чужие данные, обслуживаются третьими лицами, которые ставят под сомнение хранение анонимности данных. Облачные хранилища предоставляют большой пул хранения, который доступен для использования с тремя значительными атрибутами. Доступ через API в веб-сервисах на непостоянное сетевое подключение, немедленную доступность очень большого количества хранилища и оплату за то, что вы используете. В отличие от других платформ, Aigon является платформой с открытым исходным кодом для использования возможностей хранения и вычислительной мощности нескольких компьютеров. По децентрализованной сети блокчейн Aigon использует облачные вычисления и хранилища для хранения больших файлов данных, а также небольших файлов для вычисления сложных вычислительных процессов, которые необходимы для искусственного интеллекта и операций машинного обучения. В полностью безопасной и зашифрованной платформе Aigon интегрирует технологические и криптографические блокировки и AI-технологии в удобной для пользователя форме. Экономика системы основана на владельцев компьютеров и сервисов. В обмен на возможности своих машин им будут предоставлены токены Aigon, которые можно обменять на обычные фиатные валюты. В завершении хочу сказать, что у платформы есть большой потенциал и куча возможностей для того, чтобы потянуть часть рынка на свою сторону. Для получения больше информации вы можете пройти по ссылке в описании и прочитать white paper. А я с вами прощаюсь. Всем пока!